город с героической судьбой на правом берегу Днепра – Вышгород. Впервые упоминается в летописи 946 года. Раскинувшийся на холме, прекрасно укрепленный веками, он был северным форпостом Киева и считался одним из духовных центров Руси. Сейчас Вышгород – предместье украинской столицы. И с 2011 года здесь проводится этап чемпионата мира по Формуле-1 на воде. На набережной Киевского водохранилища, которое местные жители города называют морем, крупнейшие водные гонки собирают тысячи украинских зрителей. Формула-1 – знак наивысших достижений. И потому не случайно специальными гостями на торжестве по случаю открытия чемпионата стали музыканты группы D-Black. Для украинской публики группа приготовила особую программу. Впервые вместе с самарскими музыкантами и американкой Моникой Грин, с которой D-Black сотрудничает не первый год, на сцену вышли звезды европейского уровня. Саксофонист Реми Абрам, французские исполнительницы Кристал Адамс и Кэролайн Паску Блонда. Для профессионалов отсутствие времени – не преграда. Репетиции проходили в крайне сжатые сроки. Новоиспеченные участники коллектива включились в программу «Клептомания» практически с колес. Впрочем, это пошло только на пользу. Мне кажется, мы сделали вообще просто невозможное благодаря только профессионализму звезд европейских. Мы, конечно, вообще такую мощную программу сделать, то, что делают музыканты за полгода, я бы целыми днями так репетировала с ними. Я рада возможности поработать с ними, потому что у группы свой особый дух. То есть они не только талантливы, не только разбираются в музыке, очень профессиональны, но и, понимаете, если в музыкальной индустрии вы не чувствуете коллег, это проблема. И если вы хотите с ними работать, вы должны с ними поладить, уловить ритм. А вот эти девушки действительно очень и очень милы. В 1025-летие крещения Киевской Руси, которое на Украине отмечается как национальный праздник, в качестве подарка группа D-Black преподнесла меломанам Вышгорода пронзительную композицию «Holy Mother» — «Молитву Божьей Матери». Группа D-Black просто взорвала, на самом деле, все, очень молодцы. Это масса впечатлений, эмоций. Было очень классно, молодцы. Уровень очень достойный. Дуже шикарный, прям профессионально музыка. Приятно дивиться, ви що. Ми отримали велике задоволення. Это выделяется, конечно, это новое, это классно. Джаз, блюз, это было круто и как-то вообще... Вышгород очень веселый город. Мы позитивные и добрые люди. Приезжайте к нам, пожалуйста, почаще. Это великолепная, качественная музыка. Вот я не знаю, у нас такое в первый раз, действительно. Я не знаю, я вот побывал в молодости. Мне уже 38 лет. Вот такое ощущение, что мне 18 сегодня исполнилось. Сегодня... скончалась старейшая самарская группа D-Black и родилась новая интернациональная группа D-Black. Я думаю, что ребята, что называется, пришлись ко двору, здорово вписались в коллектив. Но самое главное, они добавляют экспрессии, они
Вот когда уже вроде третья часть концерта, и ты немножко так подустаешь, вот тут как раз они выходят, и все, и жизнь становится другой на сцене. Отпускать музыкантов со сцены со свойственной им эмоциональностью украинские зрители долго не хотели. А под конец шоу в симпатии блюзманам признался и глава Киевской областной госадминистрации Анатолий Присяжнюк. Если будет возможность, мы вас будем приглашать, потому что мы сегодня услышали культуру, высшую культуру исполнения мастерства. Это действительно так. Счастья вам, успехов вам. И ждем вас в гости.